Давайте тогда споем, который в этой передаче, когда я прихожу, я с собой фонограмму не приношу. Правильно. Как и в других передачах. Но просто мы не успели отрепетировать новых песен. Но с удовольствием, допустим, мы можем спеть такую песню, которую все любят, все обожают. Песня, которая объединяет наши сердца уже много-много лет. Допустим, как «Арго». «Арго», давай. Отлично. Правильно? Да. Да. Дядя Лёва, поддержишь меня, мой дорогой? Слушай, а нам нужен кто-то в помощь? Все. Эко нужна нам? Эко, потрясающая, величайшая грузинская певица, моя большая подруга, Эко Куалиашвили. Вместе споем. Иди сюда. Иди, дайте ей микрофон. Давай. Только двум грузинам нужна российская поддержка, поднимайте в виду. Осторожно. Это все экспромт. Эко говорит, я слова не помню. Ну какая разница, душа поет. Правда? Жили, между прочим. Трова, трова севца с тхома тармоква клоста лопа. Ксада квило це, ксада квило це. Вебе требит хвела цвида сало цаз. Ксада квило це, ксада квило це. Вебе требит хвела цвида сало цаз. Месе! Малай, малай, малай. Кроче! Спасибо, спасибо, Эрка, спасибо, Сосо. У Сосо, как, он, в общем, это такая уже привычка, манера. Скоро вы, ребят, будете выходить просто сами. И говорит, ну все, значит, будет играть оркестр, будет говорить, пойте вот это вот сюда. Сосо Павлиашвили и Эко Куалиашвили. Спасибо. Дидим Орлов. Спасибо. Присаживайтесь.